кукурузных голов надо варить в сушеное мясо. Мы его варим где-то 2 часа. Нужно подогреть кефир. Стакана кукурузной муки и два стакана пшеничной муки. Ну, столько у нас получилось, 2 стакана кукурузной муки, мы ее просеяли. Добавляем пшеничную муку, ее тоже надо просеять. Теперь должны перемешать. Добавляем туда соду, примерно вот столько. Добавляем туда соду, соль. Вот это у нас была соль, и должны все это перемешать. Добавляем туда творог. Нам надо измельчить картошку через самую мелкую. Так, берем и начинаем измельчать картошку. Мы измельчили картошку из потейто. Мы добавляем растительное масло. Достаточно вот так вот. Добавляем теплый кефир. Замешиваем тесто. Вот у нас получилось тесто. Такая кастрюля. Лепинг-кал. И оставляем на 10-15 минут. Натираем чеснок, делаем соус чесночный из сметаны. Вот я измельчила чеснок. Добавляем сюда наш соус, соль. Добавим соль. Да, будем макать. 5 минут. Меняем все местами. Второй этаж убрали, поставили сюда третий, второй, то есть и первый возвращаем, чтобы все равномерно сварилось. Закрываем крышкой. И давай вытаскивать, уже они готовы. Всех вытащила. Аромат чудесный. Жалко, что камера не может передавать аромат. Пекал готов.
кукурузный хинкал, и это деликатес дагестанский, вареное сушеное мясо. Сметана с чесноком. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. Subscribe on my channel, please.